Александр Емельяненко! Мальчики, именно Александр Емельяненко, наверное, дождались. Представитель России. Тим. Александр Емельяненко, Тим. 23 победы, 7 поражений и 0 ничейных результатов. Представляю, удивительно. Gentlemen, this is the co-main event of the evening. Three five-minute rounds of MMA for the WFC Heavyweight Contest. Представляю соперников и первый бойца в синем углу. Introducing first, fighting out of the blue corner. Бойцу 36 лет. Рост 191 сантиметр, вес 129 килограммов ровно. He is 36 years old. He stands 191 centimeters tall. Official weight 129 kilograms even. Его профессиональный рекорд 58 боев, 39 побед, 19 поражений. His professional record 58 bouts, 39 victories, 19 defeats. His style is MMA. Representing Hard Fight Brazil, introducing Jerônimo Mondragon dos Santos. Его соперник в красном углу клетки. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner. Бойцу 36 лет. Рост 192 сантиметра, вес 115 килограммов ровно. He is 36 years old. He stands 192 centimeters tall. Official weight 115 kilograms even. Его профессиональный рекорд 30 боев, 23 победы и 7 поражений. His professional record 30 bouts, 23 victories, 7 losses. Его стиль дзюдо и самбо. His style is judo and samba. Представляющий Тим Россия, встречайте Александр Емельяненко! Рефери Виктор Каргеев. Необходимо дополнить мне. Okay, gentlemen, fight around 5 minutes. Okay, don't hit head, back head, and spine line. Don't hit elbow to the distance, 12-6. On the ground, don't hit knee and leg to the head, only to the body and the legs. Don't touch cage, don't touch trunks, don't touch gloves. If I said stop, it's stop. You are professional, show clean fight. Touch gloves. Go, Connor. Да, ну и по его словам, что сейчас находится в
учет своих традиций, ты можешь совершил, но при этом готов был накинуться на Виктора Корнеева, рефери поединка, а вот Корнеев как раз остановил этот бой. Ну и финиш. Вот это да! Браво, Александр! Мандрагон недоволен. Мандрагон готов был продолжать бой. Я так понимаю, что Виктор, может быть, чуть-чуть поспешил, но, с другой стороны, он сохранил этого парня здоровье, потому что Александр был очень близок, что вот в то самое время. Всегда остаются вопросы по таким остановкам, но задача рефери, напомним, уважаемые друзья, здесь сохранить здоровье именно бойцам. Вот здесь вот тот самый правильный удар вот сейчас. Ну здесь трудно, Мандрагону трудно что-то предъявлять судье, потому что он закрылся. Навстречу Александр попал справа, еще раз справа. Здесь защиту, и вот этот удар справа. И вот добивающий пару ударов партере. Все тяжелейшие удары были справа. Их было три, которых я насчитал. И очень жесткие. И в цель, что самое важное. А при таких габаритах, при таком весе, который имеет Александр Емельяненко, те самые трехпунцовые перчатки, и при этом его любовь к ударной технике, особенно к боксу, мы знаем, что быстрые руки у Александра Емельяненко. Ваш победитель пришел к вам через 36 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, your winner comes to you in 36 seconds of round number one. Техническим нокаутом. Добивание. Победу одержал. And your winner by technical knockout, Александр. И победа техническим нокаутом одержана Александром. По таким остановкам, но задача рефери, напомним, уважаемые друзья, здесь сохранить здоровье именно бойцам. Ну, здесь вот тот самый правильный удар вот сейчас. Ну, здесь трудно, Мандрагону трудно что-то предъявлять судье, потому что он закрылся. Навстречу Александр попал справа, еще раз справа. Здесь защиту, и вот этот удар справа. И вот добивающий пару ударов партере. Все тяжелейшие удары были справа, их было три, которые я начал.